Всем привет! Сегодня будем варить мангал в стиле лофт. Вот взял я квадрат 40 на 40. Это на основные ножки. Это будет он как столиком идти. Жаровня будет вытаскиваться. 20 на 40 взял. Потом 15 на 15 и 20 на 20. Ну, по-моему, 20 на 20 не весь будет использоваться, потому что как бы там режут, остатки остаются. Вот. И квадрат литый 10 на 10. Это на, как в предыдущем мангале, на ребра жесткости, как декоративки будут. Потому что тот как бы варил себе, уехал он на моря, там будут жарить шашлык. Вот. Ну давайте будем смотреть, что у нас будет получаться. Сейчас я поварю сами ножки П-образно и покажу, как я их повырезал. Поварили вот такие вот гэшки. Рассчитывал, что будут пешки такие, то есть так и уже столик. Но что-то я по металлу чуть просчитался или не так они поняли, обрезали мне его. Но это не важно. Сейчас мы чуть поменяем план того, что я думал. Сейчас я поварю с 20 на 40 рамку, которая будет столик. И потом сразу дровничок поварю. Здесь будет 40, отсюда 40 на 20, а здесь 20 на 20. То есть там сильно такого веса не надо, ну, под дрова. Вот, сейчас я изготовлю рамку и покажу, как она, как я ее буду прихватывать. Сделал как бы столешницу уже, ну как сделал, еще не обварил. Она у нас получается 1,13 м, 1,13 м на 62,5 м. Потому что здесь будет, в этой части будет сам мангал, а здесь будет столешница и там будет полочка деревянная. Сейчас я ее обварю. Вот обварил я уже столешницу, верхнюю уже приварил к ножкам. Здесь приварил уже дровничок. Сейчас вот этот квадрат, который у нас 20 на 20, приварю 3 штуки, здесь думаю хватит для дровника. И здесь уже сделал заготовки, сейчас приварю, где будет окончание жаровни. И вот здесь вот приварю окончание жаровни. Вот и все, здесь будет на жаровне, здесь полочка и здесь деревянная полочка. Здесь металлическая полочка, вот здесь, а здесь деревянная полочка. Готовая у нас уже столешница. Вот так она получилась. Вот здесь поставим заглушки. Пластиковые колесика будут. Дробничок вот так выглядит. Вот так вот сверху, если смотреть. Вот будет жаровня. Вот сейчас поварим сам мангал, чтобы сюда устанавливался. Вот крючочки там для кочерги. Там. Посмотрим еще, может, для чего-то. И вот сама жаровня уже заготовки. Готовый 35, днище 35 на 81, боковина 17 на 81 и здесь 30. Здесь у нас получается 34, вот эта маленькая боковина 34 на 17. 34 в ширину, 17 в высоту, 34,5 даже.
Сейчас обварю и посмотрим, что у нас получится. Закончил варить мангал, такой вот в стиле лофт, вот на колесиках, можно перетянуть, перекатить его, кочерга такая вот, вот, вот дровничок, здесь так просто понаваривал, так, чтобы как бы задекорировать. Вот мангал, вот полочка для казана. Вот он съемный. Вот его можно снять. Вот здесь ножки поприваривал на мангале. Если надо на природу выехать, там раз себе короткие такие поделаю, потом типа ножки, чтобы одевались. И все. Глубина мангала 17, ширина 35, длина 81. Вот, и здесь через 7 сантиметров 5 отступил от края 5, и через 7 сантиметров понарезал на 11 шампуру. Вот здесь только сверлил один ряд, 5 отступил и через 10 сантиметров понасверлил. Вот столешница деревянная, как в предыдущем. Вот сама столешница получилась у нас 62,5 на 1,13 м. Вот так вот получилась столешница. Высота, если взять от пола, то получается 83 сантиметра. Ну, в принципе, стоишь нормально так вот. Можно жарить мясо. Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.